четверг «Динамо» гостила в Казахстане. Кроме долгой авиапрогулки, в остальном же поездка к Актобе казалась выглядеть не более чем приятным приключением. Это в Тернополе на Новом Роце, да, всей семьей. Их разделяют почти 3000 километров. Супруга с детьми в Украине, отец в Казахстане. И так 15 лет. Петр Бадло ментально казах, но с украинским паспортом. Чем прибавляется Украина? Стабильностью. Когда-то Петр Бадло мечтал играть в Киеве, но за «Динамо» это воплотить не сложилось. А вот против «Динамо» последний шанс для долгожданного праздника. Я думаю, что там от повара и до директора там все зірки. Как это «Динамо» вы готовитесь перемагать? Будем сети натягивать, рыбацки. Казахстан очень гостеприимная страна. Чаем и пончиками здесь бесплатно угощают прямо в магазине. Иногда такое радушие переносится и на футбол. Особенно, когда в гостях киевская «Динамо». Блохин – это легенда советского футбола. Я еще пацаном за него, он кумир был мой. Если же в тебе проиграет, отнесем это на традиционное казахстанское гостеприимство. Да. Портрет Тараса Шевченко, казахская булава, украинский флаг. И все это в казахском Актобе. Здесь живут тысячи украинцев и свои традиции не забывают. Эй, наливайте повніє чари, щоб через віце лилося. К тому же замечательно поют и умело танцуют, невзирая на возраст. Украинская диаспора в Казахстане чувствует себя очень комфортно и живет дружно. На исторической родине эти дедушки и бабушки почти не бывают и домой уже не вернутся. Поменять я ничего не хочу. Здесь моя хата, здесь мой дом, здесь я свой среди чужих, а там я чужой среди своих. В этой мечети службы не прекращались. Прихожане просят обо всем, особенно о выздоровлении Эмиля Кенжесариева. Лидера Актобе недавно сбили в Алматы, и он до сих пор в коме. Этот матч начался по диктовку «Динамо». Киевляне много атаковали, правда часто падали и теряли мяч. Все из-за газона, который после ливня превратился в сплошное болото. Поле плохое, вязкое, вода там очень плохая. Но даже такие условия не помешали Дуду отдать отличный пас, а очень активному Ярмоленко впервые огорчить соперников. Динамовцы продолжили атаковать, но пропустили. Генриху помог Тримулинас, от ноги которого мяч оказался в сетке ворот Шавковского. Но во втором тайме все вроде наладилось. Впервые в новом сезоне отличился Браун и Дея. А потом еще и голевую передачу на Биланда отдал. От радости нигериец передал пламенный поцелуй нашим телезрителям и помчался к партнеру-акробату. В этом году это, по-моему, первый матч, где мы пропустили 3 мяча. Много пропустили, много и забили. Весь стадион поднял на ноги Хайрулин, который шикарным ударом подарил своей команде надежду на удачный исход. А точку матча должен был ставить Лисенков. Изменить счет на табло помешала перекладина. Цей матч показал, что можно играть с любым соперником. Что нема кого бояться и нема чего бояться. Мы сами себе привозили контратаки. Когда привозишь сам себе контратаки, то любая команда умеет играть. Хотя Актобе и проиграл первую дуэль «Динамо», болельщики провожали свою команду бурными овациями.